АИЛ 802.11 в протокол обмена служебной информацией для передачи данных между точками доступа. Данный протокол является рекомендацией, которая описывает необязательное расширение АИЛ 802.11, обеспечивающее беспроводную точку доступа для коммуникации между системами разных производителей. 802.11 представляет собой набор стандартов АИЛ, которые определяют методы передачи данных по беспроводной сети. Сегодня они широко используются в 802.11а, 802.11 миллиардов, 802.11 грамма, 802.11n версиях, чтобы обеспечить беспроводную связь в доме, офисе и некоторых коммерческих учреждениях. Протокол операции. Статус. Рекомендация 802.11f была ратифицирована и опубликована в 2003 году. АИЛ 802.11f была рекомендована к экспериментальному применению. Исполнительный комитет АИЛ 802 отозвал рекомендацию 3 февраля 2006 года.